Всем привет, с вами Skittles и Malibu. Да, всем привет, ребят. Нам уже бежать надо. Куда бежать-то? За мной беги. Видишь? Я просто, да-да-да, я первый раз просто играю вообще в что-то связанное с голодным. Сейчас, подожди, я сундук нашел. Это ты рядом со мной или нет? Да-да-да, это я. Пойдем. Я сзади. О, вижу еще один сундучок. Я ничего не знаю вообще, я первый раз вообще, что такое голодные так, игры. Так, я нашел штаны. Давай я тебе штаны отдам. Давай. Что... На, вот, поднимай. Так, я тогда в этот домик захожу. Ты тоже заходи. Может, что-то интересное так, найдем. Так, а в чем цель вообще? Какая цель? Цель выиграть. Все. Все просто. Есть? Нужно выиграть. Нужно выжить, я, а потом... Я когда вчера читал про это, там это выглядело так. Ходи, открывай сундуки, и внезапно появляется персонаж, который может тебя убить. Так, ты там падаешь или тебя бьют? Я падаю. Ой, я вижу чувака какого-то. Ну, пока с людьми лучше не встречаться, то мало ли. На нас бежит толпа. Давай выходи из дома быстрее. Выходить? Просто выходить? Да, выходи. Там ничего нет. Я ухожу здесь. Давай. Так, я сюда. Наверх пошли. Может, тут что-то будет, я не знаю. Боже мой. Я на этой карте, по-моему, или первый, или второй раз всего играю. По-моему, первый. Так, ты не умирай там, а то тут... Так, стоп. Так, я просто не знаю совсем, куда наверх. Так, все, вот он я, пошли. Так, может здесь наверху какие-то сундуки будут, но я сомневаюсь в этом. Нужно стой, куда-то идти. Я так понимаю, тут желательно сундук. Не бегать, или тут да, голод да, есть, желательно да? Не... Да, лучше не бегать, потому что... Ну, у меня еда, в принципе, есть, если что, могу поделиться, но лучше не тратить ее. Я нашел кость. Дать тебе кость. Ну, я блин, попал... ну твой скин меня пугает, он окровавленный. Очень... Это выглядело бы очень экзотично, думаю. Наверху мой здесь какая-то кость. Комната большая, но здесь ничего нет. Почему здесь ничего нет? В такой комнате большой. Тут так, есть тут... кровать. Очень много в большом кровать. Доме. Я чё... А, вот, нашел сундук какой-то. О, да, тут два каменных меча, отлично. О, и штаны кожаные, как раз мне. Иди сюда. Несусь, словно чумачечий. Выходи, вот, отлично. Стой, так. стой, вон, я кинул. Ага. Поднимай. Все. Теперь готов к бою. Да, мы теперь готовы к бою. Микрить надо. Сейчас, все, я тоже оделся. Ну, точнее, слушай, разложил. Как я выгляжу в этих трусах? Ты просто отлично выглядишь. Трико. Боже мой, это просто... О, давай сюда зайдем. Я видел... А, нет, это ты. Это я. Стой. Там какой-то чувак, нет. Да, там... Да, короче, он и так. Он одет во что-то? Мне кажется... Ой-ой-ой, что-то у меня прям... Мне кажется, время зарезать его. Ты смотри, там... Можно зарезать их, да? Да. Я, кстати, взял опять штанишки кожаные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, убивай его. Давай. Он меня сейчас убьет, прикинь. Он меня сейчас убьет. Есть, я его убил, все, отлично. У него была броня. И слушай, я не понимаю, люди ходят с броней, но они не одеваются в нее. Так, держи. Ты там? Так. Боже мой, у меня сердце чуть не разорвалось. Когда я сказал, что меня сейчас убьют, ты волновался за меня? Конечно. Ты не представляешь, насколько это so exciting, все дела. Тебе нужна еда? Ну, я думаю, нужна. Не-не-не, пока у меня... У меня 2 хп, у меня 2 хп, блин. Ну, мне тогда хилься. Ну, все, я похилился. Долго этот гром, мы с тобой пересидим, короче, так. Когда у тебя хп восстановится, и пойдем дальше. Я вот здесь, возле какого-то колодца, слушай, там что-то есть в колодце. Слушай, а если я умру, ты меня спасешь? Ты вытащишь меня из колодца? Я ничего там не вижу, я лучше буду уплывать. Пойдем наверх. Там дырка? Да, там дырка, но я не хочу туда заплывать. Ой, у меня 3, 2, 1, господи. Только не умирай. Эй, ты жив, да? Да. Отлично. Конечно. Ой, слушай, за... Ты просто не мог умереть, Ты не должен был. У меня карта не прогрузилась, и я вижу все пещеры. Так, слушай, отлично. Смотри, там есть кнопка. Блин, и как мне ходить? Веди меня, меня. Как думаешь, нужно ее нажать? Нет, кнопку не нажимай. Стой, вверху. Видишь? Да, ну, блин, я не знаю, у меня текстуры не прогрузились. Пойдем. Ну, ты видишь людей. Да, я не могу выбраться. Это где я застрял? Ты в паутине. Отлично, я в паутине. Тут сундук. А в сундуке курица, кожаный шлем. Это бред. И палочка. Сейчас. Блин, мне долго еще из нее выбираться, посмотри. Секунду. Ну ты вообще вроде как бежишь в стол. А, нет, не в стол. Стой, ты блин. Ты просто на месте стоишь. Сейчас я попробую текстур пак сменить. Может, поможет.
Стой, чувак, Блин, если я девчонка. сейчас побью паутинку, О, о, отлично, все, я ты вышел, выжил. вышел. Да. Иди сюда. А. Просто я не знаю, куда там идти. А Пойдем, где у меня я ее прыгает. могу разбить вообще, по сути? Не-не-не, не можешь. Ничего не можешь. Отлично. Кроме лиан, листвы, ничего не можешь ломать. Так, здесь что? Здесь тоже ничего нет. А ну-ка, наверх. А ты направо пошел? Да, вон, видишь мой ник? Да. Я пойду в Пойдем, тут следующее ничего нет. здание. Да-да-да, тоже обыскивай Да. все. Мало ли что-то будет. Не-не-не, тут, короче, паутины просто немыслимы. Да куда? Меня отталкивает! Стой, что случилось? Меня вообще, короче, меня там отталкивает. Это так вообще просто. Так, здесь что? Здесь цветы. Пойдем. Осталось 7 человек, включая нас, как я понял. Так, а ну-ка сюда давай зайдем. Здесь все заросло. Лианы, листва, здесь ничего нет. А, сундук вижу, смотри. Тут есть лук, Сундук. и тебе нужен, кстати, лук. Ой, Ну, это я бы не ты меня пугаешь. отказался, Твой окровавленный скин меня пугает. На, держи. Так, и... Ну, стрел у меня пока нет, у меня только одна. Ну, для меня. А для тебя нету. мы сделаем стрелы из тех. Смотри, тут одежда чувака. Тут кого-то убили. Слушайте, красиво. Да, Мы под красиво. стеклом? О, отлично, я оделся. Так, держи, я не знаю, что тебе нужно. Хотя нет, тебе здесь ничего не поможет. Мы можем сделать железный меч. Это круто, да? Ну, это да. Ну, давай, сделаем. Наверное, я его возьму... А это похоже на Себе гений или тебе не... виноградник. Не знаю, кому мы его Нет, дадим? знаешь, я просто сейчас понял, то, что если осталось 7 человек, учитывая нас с тобой, то в конце, допустим, даже если мы останемся вдвоем. Ну, нам придется драться. Но, возможно, мы, кстати, Это и будет. останемся вдвоем. Тут так Да? часто случается, да. Потому Да, что отлично. они там пока перебьются между друг другом, а мы А тут по останемся живы. времени оно как-то. Ну как, тут есть и время, ограничение по времени, но, в частности, как бы на время Стой, ты тут где? Ты куда насрать. делся? Я, короче, из этого здания. Вон, вижу, вижу тебя. А, все, да. Смотри, если мы сейчас останемся, по-моему, втроем, то начнет... Или вдвоем, или втроем, то начнется Таймер. отсчет, и потом будет финальная битва, как бы. Вот. Там уже мы посмотрим. О, сундук. Вот сундук есть. Блин, ну, всякая ерунда попадается. Ты, чувак, 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 Ой-ой-ой-ой. чувак, чувак. Тогда... Я его не смогу, наверное, убить. Давай-давай, он меня Стой, сейчас стой, убьет. стой, И он меня убил. стой. Тебя тоже убил? Я Давай, просто... слушай, у меня две сердечка осталось. Он меня тоже убил. Блин, Слушай, ладно. какой-то он вообще просто поехавший был. Напал на меня и на тебя напал. Жуть. Жуть. Интересно, сколько мы ему оставили хп? Не знаю. Так, что, сейчас респаун? Да, все, респаун. Давай на другую, в другой бой.